Если говорить о преимуществах флекса, то можно сказать, что одной из основных положительных черт является возможность применять в очень широком диапазоне развития сои, начиная от первых фаз развития и кончая фазой третьего тройчатого листа, либо даже позже при необходимости. Он может применяться как самостоятельно для подавления двудольных сорняков, так и совместно с граминицидами для уничтожения и двудольных сорняков широколистных, и злаковых, имеющихся в посевах сои. Препарат достаточно толерантен по отношению к культуре. Те небольшие повреждения визуальные, которые мы видим после обработки, они, как правило, не оказывают какого-либо воздействия на дальнейшее развитие культуры. Для такой группы, как однолетние двудольные сорняки, у этого препарата практически нет слабых мест. Для многолетних сорняков следует соблюдать правила: чем раньше, тем лучше. Флекс эффективен по отношению к полыням, к таким широко распространенным сорнякам, как бодяг щетинистый, осот полевой, щавельник курчавый, на ранних стадиях развития этих видов. Применение гербицида в наших условиях, как правило, связано с определенными рисками для последующих культур севооборота. По флексу проблем пока, по крайней мере, мы не наблюдали. То есть это препарат контактный, не сохраняющийся длительное время в почве. Поэтому на следующий год после его использования в посевах сои вы можете, в принципе, сеять любые культуры, принятые в севооборотах для нашей зоны дальневосточной. В этой нише препаратов флекс является наиболее эффективным, с наименьшим токсическим действием на культуру, что позволяет максимально эффективно реализовать потенциал культуры и получить максимально возможный урожай. Сингента делает запуск новинки для Дальнего Востока. Гербицид «Флекс». Удобный и простой в применении селективный послевсходовый гербицид для контроля трудноискоренимых сорняков в посевах сои. Препарат может применяться в различные фазы развития культуры. Преимущество. Действующее вещество с выраженной контактной активностью не вызывает системного угнетения культуры. Широкий спектр контролируемых двудольных сорняков, в том числе трудноискоренимых. Остаточное почвенное действие на прорастающие сорняки, амброзию полынно-листную и виды щирицы. Хорошая совместимость в баковых смесях с гербицидами из других классов.